Любому ребенку поход в цирк доставляет большое удовольствие. Для детей с ограниченными возможностями здоровья это двойной праздник. Им не так часто удается посещать общественные места. Далеко не везде созданы необходимые условия. Да и цены на первые ряды иногда зашкаливают. Этот поход в цирк ребята получили в подарок. У нас есть проблемы со здоровьем. Просто так нам в цирк не войти. Препятствия лестницы. В этом году мы первый раз в цирке. Выступление артистов воспитанникам клуба «Росток» понравилось. Ребята признаются, что им было немного страшновато за акробатов, когда они на большой высоте под самым куполом выполняли сложнейшие трюки. Но и в то же время детей рассмешил непоседливый клоун Артур. Мне очень нравится, когда выступают. Очень интересная программа. Мне нравится ходить в цирк, смотреть выступления. Мне понравилось, как собаки выступали. Мне понравилось, как это жонглировали. Мне понравилось, как высоты это падали артисты. Мне больше всего наше выступление, представление в цирке. Мы уже ходим много уже лет, и мы уже как привыкли уже к цирку. Для артистов цирка смешить людей – привычная работа. Но это непростое дело, не терпит автоматизма. Каждый раз шутки должны исходить от души. И только в таком случае можно подарить зрителям частичку счастья. Нам очень приятно и очень волнительно всегда работать на такую публику. И мы стараемся с ней работать намного ярче, намного больше, намного интереснее. Потому что это самый наш любимый, почетный, уважаемый зритель. Выступление 14 свирепых суматранских тигров стало кульминацией праздника. Под управлением народного артиста, лауреата государственной премии Николая Павленко «Непокорные полосатые». Сатые хищники выполняли непростые задания. Безукоризненная работа дрессировщика на грани риска щекотала нервы и холодила кровь. С тиграми Николай Павленко не один десяток лет, и каждый раз его появление на манеже с питомцами вызывает бурю эмоций. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.